Просчета. Сегодня мы снова в ресторане Одесса на Нарва Манте. 36. Одесса, друг. Одесса. И 36. Нарва Манте 36. Я думал, словаря посмотреть, кстати, как правильно, Одесса или Одесса. Я смотрел, я знаю, может. То у одесситов спроси, они тебе таки ответят. Так и да. У Виноградова сегодня нет волшебной газеты с надписью «Поехали». Поэтому я поднимаю надпись «Афиш». Так просто, в порядке бреда. Ресторан Одесса, упор на украинскую кухню на Нарвском шоссе напротив здания Таллинского университета. Заходите. Ну, а мы начинаем нашу информационно-ироническую передачу. И, наверное, главной темой, которую сегодня обсуждают все, это является... стало то, что Лионель Месси стал рекордсменом. Подожди, а про Месси знаешь, какую новость мне сегодня рассказали? Я даже не знаю, где кто-то вычитал, что сирийские власти заявили, что своими финтами, вот своим дриблингом Лионель Месси посылает тайные сигналы оппозиции сирийской. И я подумал, боже мой, тогда человек не просто гений, он какой-то бог, если он помимо того, что успевает вот эти так еще финтить, еще этим успевает какие-то сигналы как-то посылать. Поэтому больше всего сирийским властям нравятся футболисты Гондураса. Они играют прямолинейно, их финты легко читаются, дешифруются, перехватываются. Мне кажется, просто у сирийцев там трава хорошая. Вероятно. Раз они учатся читать. Ладно, к траве мы вернемся чуть позже, на эту тему тоже есть новости. После передачи? То есть, есть новости. Я нашел, да. Ну, а если серьезно, то, конечно же, опрос по поводу бесплатного общественного транспорта является главной темой недели. Не знаю, как вы, а я свой гражданский долг выполнил. Я сделал то, что должен был сделать. Но, слушай, сходил и проголосовал против. Слушай, да, я вот как раз хотел сказать, что вопрос про за бесплатный ты транспорт или нет, это не вопрос религии. Вот как раз я хотел спросить, ты за или против? Не, понимаешь, меня в данном случае, ну, я уже не буду говорить про то, что я автомобилист, да, это будет сочтено там со стороны зрителей, может быть, как некий такой снобизм и даже жлобство, да, что вот ездит на машине, поэтому не думает о тех, кто пользуется общественным транспортом. Вовсе даже не из этих соображений, абсолютно. То, что у меня куча родственников, там, та же моя жена, у которой нет прав. И все ездят на машинах. Та же жена, у которой нет прав, она часто ездит на общественном транспорте. Но меня сама постановка вопроса убивает, когда на опросных пунктах мы не видим рекламу, типа проголосуй за или против общественного транспорта, мы видим проголосуй за общественный транспорт. То есть это все вот в таких вот марксистско-ленинистских тональностях выдержано, что просто все мое естество просится наружу проголосовать против. Более того, различные клипы на различных телеканалах эстонских, да, эстонском языке, на русском языке, все они призывают голосовать за эту идею, и тем не менее деньги на это идут чисто из казны Таллина, то есть денег налогоплательщиков. 100 тысяч евро потрачено на вот эти клипы, которые идут по телевидению. То есть нет, никто не давит, выбирай и сам. 260 тысяч стоит само проведение опроса. Мне, кстати, интересно, вот непосредственно те люди, которые снимаются во многих этих клипах и агитируют за бесплатный общественный транспорт, они сами вообще в это верят? Или... Они сами вообще ездят на этом общественном транспорте? Я абсолютно не исключаю, что очень многие люди могут совершенно искренне верить в благость этой затеи. Это их право, у нас демократическая страна, каждый имеет право на свое мнение. Да. В частности, свое мнение по этому поводу я уже высказал в газете МК «Эстония» в последнем номере. Можно прочитать то, что я думаю по поводу бесплатного общественного транспорта. Я думаю, что можно даже, наверное, процитировать, раз уж Белобросов такую рекламу сделал, мы сделаем рекламу ему. Так, спасибо, пока Андрей ищет, скажем, что хотят найти эти деньги за счет того, что, ну, якобы повысят цены на парковку, но опять-таки, если транспорт станет бесплатным, то повышение цен на парковку и снижение количества автомобилей в городе, ну, то есть останемся при своих же. Еще интересная идея взять эти деньги, я уж хочу тут сказать такую фразу, что деньги не пахнут, из повышения цен на канализацию. Так оно и есть. Ну, вроде... получается, да? Они же откуда-то должны будут достать эти 14-15 миллионов. Обещанная цитата. Вот мне очень понравилась, очень свежая и интересная мысль Никитима Белобровцева. Он пишет: во-первых, следует помнить старую истину, что бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Да. Браво! И заметь, я единственный из всех опрошенных ее высказал. Вот. На самом деле, конечно, подытоживая, может быть, именно эту тему, тему этого референдума, не очень понятно, как бы. Ну,
по сути дела, это вот можно представить, что вопрос звучит следующим образом. Вы не против, чтобы общественный транспорт в городе Таллине был бесплатным? Два варианта ответа. Да, не против, нет, не против. То есть, вот буквально вот так воспринимается, потому что везде идет дикое давление. Вот если человек просто не сформировал свое какое-то мнение по этому поводу, вот думает, да или нет, то со всех сторон на деньги налогоплательщиков мэрия на него давит, нажимает, обязательно голосует за бесплатный общественный транспорт, и сразу становится понятно, что здесь, в принципе, людей никто спрашивать не хочет. Все хотят, чтобы люди просто сказали конкретную какую-то, высказали позицию, а не сказали бы свое мнение. И вот это, конечно, немножко некрасиво. Я бы хотел просто, чтобы мне дали два варианта развития. На бумаге, пусть там приблизительно, да, но с цифрами. Вот так вот будет, если общественный транспорт останется платным, как сейчас, а вот так вот будет, если мы сделаем его бесплатно. Нет, дальше, ни того, дальше ни другого. Я смотрю, сравниваю и уже тогда принимаю решение. Нет, ни того, ни другого. Потому что на самом деле до сих пор те, кто отвечают, это наши градоначальники, вице-мэры, те, кто отвечают, они сами не знают, откуда они будут брать на это деньги. То есть они честно в этом признаются. Они не знают, насколько повысится парковка, они не знают, насколько нужно повысить цены на канализацию. Будет ли повышена цена там Таллина Кьюб, или еще что-то. От этого может зависеть ответ, потому что если мне, например, скажут, что да, сделай бесплатный транспорт, но за этот счет повысится парковка, например, то я, естественно, буду против. Я, может быть, и был бы за эту идею, да, но естественно, это бьет по мне, например, как по автовладельцу, соответственно, я буду против. Ладно, заканчиваем эту антицентристскую пропаганду. Не, почему антицентристскую? Я могу со своей стороны сказать, мне, честно говоря, все равно. Пока что. До тех пор, пока... Ты еще не сходил, не проголосовал. Нет, я не сходил. Пока ты не сказал, то есть я абсолютно согласен. Либо так, вот когда я это увижу, я так пойду. Сейчас мне вообще... Поверь мне, ты это не увидишь, да, иди и голосуй. Хорошо, что там у тебя, кес надо? Это на самом деле не моя картинка, кто мне ее подсунул? Это я подсунул тебе эту картинку. Кто же мог подсунуть ему эту картинку? Я решил, что с помощью этой картинки мы закончим антицентристскую и перейдем к центристской пропаганде. Совсем. Газета «Кескнедл», да, которая, как известно, является партийным органом центристской партии. Пишет нам, что я на Фейсбуке эту картинку скачал одного из своих френдов, как нынче популярно говорит, да, или друзей, если по-русски. Так вот, надпись «Медии нельзя доверять», пишет газета «Кескнедл». Видимо, не относя себя к этой категории, да? Но все-таки еще раз подчеркиваю, что это не настоящее средство массовой информации, а вообще непонятно что, да? Ну, вообще, если на растопку. Если взять, например, за определение там медиа, то, что там дает Союз газет, например, то «Кескнедл» — это, конечно, не газета, потому что она издается партийным органом, и, соответственно, в Союз газет она, например, входить не может. Это партийный листок. Но что самое страшное, я тут увидел, она еще и продается за деньги. 58 центов стоит, кстати говоря. Но интересное сравнение. Человек, который вывесил ее на Фейсбуке, эту рекламу, он, значит, написал, что это немножко напоминает пачку сигарет. На ней написано, что курение убивает, а, собственно говоря, это и дело. То же самое, не доверяйте меди, и дальше поехали там на 12-14 страниц, да, там. Ладно, давайте еще на тему транспорта. У нас есть новости, в частности, о том, что в Таллине, я с ужасом это прочитал, могут появиться некие страшные автобусы под названием «Сталинобусы». Ну, я думаю, до этого, конечно, не дойдет, но в России, по-моему, в прошлом году и в некоторых странах СНГ они катались по городам в преддверии... Вот именно такие, да? Да, праздника Победы 9 мая с изображением... Иосифа Виссарионовича, да, Сталина. Я подыскивал. Ты подбирал приличные слова. Диктатор. Да, как... Джугашвили, Джугашвили. Да, как, да, же его было? Коба, Джугашвили. А, Сталин. Вот. И вот якобы общественные российские всяческие деятели хотят вот такую же штуку запустить в Латвии и в Эстонии. Но это на самом деле достаточно смешно. Интересно, как это выглядело бы вот на нашем. У нас бы это выглядело, наверное, вот так вот. Да. Ну да, примерно так и сделано. Автобусы эти, значит, планируют запустить в Таллине и в Риге. Придумали они, как обойти запрет на демонстрацию советской символики в этих странах. То есть там действительно, если присмотреться, конкретно советской символики нету. Но есть изображение Сталина. Нам удалось выйти на компании, издающие в аренду рекламные площади на автобусах Риги и Таллина, и макет подготовили или прибалтийских столиц, видимо, мы сейчас и имеем с ним дело, уже готов. Формально не противоречит законам этих государств, сообщил организатор ежегодной акции «Автобус Победы» Виктор Логинов в своем блоге. Причем, что самое интересное, он говорит, что договоренность по Эстонии еще не окончательная, то есть она якобы есть, да? А представители транспортного таллинского департамента ничего не слышали. Да, и продающие рекламные площади фирмы Clear Channel тоже ничего в планах не слышали. А у него уже договоренность есть, но не окончательная. Ну, что, сделаем? Да, конечно, сделаем, не вопрос. Ну, так. Накинь еще денег. Еще на тему транспорта я замечательную картинку увидел на портале Дельфи.
какая альтернатива предлагается пешеходам в данном случае? То есть мы видим, что территория возле авто, возле дома огорожена, да, то есть там ходить нельзя, есть ремонтные работы. То есть или нарушать правила и бросаться под троллейбусы и другой проезжающий транспорт, или рисковать своим здоровьем, идти вот там вот под... Причем я бы сказал, что нарушать правила и бросаться под троллейбусы, это не нарушать правила, это рисковать... Нарушать законы здравого смысла. В принципе, альтернатива достойная опроса об общественном транспорте. То есть, да, я не против, и нет, я не против. Вообще так всегда бывает, что у нас, ну, мы еще в прошлый раз об этом сказали, что у нас всегда есть хедлайнер наших программ, будь то периодически Андрус Ансип, иногда Юбку Калерайд. Кстати, про него у меня тоже сегодня есть, про Юбку Калерайд. Его мы вспомним. Вот. Ну, а сегодня, я так понимаю, транспорт и вообще движение... Особенно по дорогам, да, особенно в Таллине. И еще у нас есть одна картинка, раз уж мы по картинкам пошли. Это реорганизация и перекрестка около Кристины, установление там всевозможных камер. Я сразу вспоминаю известную фразу, которая звучит: «Big Brother watching you». Ты знаешь, я очень долго ломал голову над этой картинкой, не понимая, почему здесь отрезки дороги раскрашены в зеленый или красный цвет. А это проект, это так будет выглядеть вскоре, вот этот перекресток. Часть его покрасят в красный, часть в зеленый. В цветах итальянского триколора, или венгерского. На самом деле тут вот камеры, которые будут установлены, они обозначены, соответственно, красной или зеленой точкой. Я так понимаю, вот эта вот область будет, например, в зоне действия красной камеры, вот эта область в зоне действия зеленой камеры. То есть логика, наверное, такая. Да? Ну, в общем, будут следить очень активно на этом перекрестке за тем, чтобы не нарушали, не выезжали на красный свет, ездили строго по нужным полосам движения. В этом смысле... Меня во всей этой новости, знаешь, что поразило? Ну, вот тут тоже на картинке видно, написано, 4000 нарушений в день происходит только на этом перекрестке. Вы вдумайтесь. Кстати, интересно, какая там пропускная способность всего? 4500. 4001, просто, да? Просто смотреть, какой процент водителей нарушает правила. Я сам очень часто там езжу, да, вот как раз... Как раз вот отсюда я выезжаю, обычно нарушаю. Но ты знаешь, вот тут, например, настолько короткий сигнал светофора, что очень часто приходится поворачивать действительно уже на желтый. Очень часто приходится через пешеходную. Приходится ему. Вариантов-то нет. Но при всем при этом... Не останавливаться же и ждать следующего сигнала светофора. Не говорится, что с этими камерами будет. То есть они будут просто помогать считать, что называется, или для каких-то еще целей использованы, или будут штрафовать. Наверное, со временем, да, сначала испытать какой-то момент, как на трассах было, а затем оштрафовать. Кстати, по поводу камер, которые на трассах будут установлены. Слышали, да, про новую систему? Mm-hmm. Ну вот то, что... Если ты из одной точки, от одной камеры доезжаешь до другой, не в том темпе, в котором они считают нужным, а быстрее. Ну да, то есть там история такая, к примеру, там едешь ты там из Раквера там в сторону Витна, да, например, в Раквере стоит камера и Витна стоит камера. То есть между ними уже скорость движения 90 км в час. Если ты проехал быстрее, то есть камера там и там засекла номер автомобиля твоего, и скажем, ты должен был проехать этот участок, ну, к примеру, за 22 минуты, а ты прилетел через 17 минут. Да ладно, так можно вообще установить просто на выезде из городов, например, из населенных пунктов такие камеры. Едешь ты из Таллина в Нарву, да? Штраф. Все. Расчетное время, допустим, 2:45, да, выехал из Таллина, приехал в Нарву через 2,5 часа, пришел тебе штраф, ты говоришь, почему? Я не превышал. Говорит, как? А почему вы по дороге не остановились пописать? А это предусмотрено нашими расчетами, да? На самом деле, вот еще одна даже тема про дороги, ну, я думаю, надеюсь, уже последний, потом мы к чему-то другому перейдем. Ремонт дорог в Таллине, которые вы, наверное, все эти дороги увидели примерно, да, некоторые, то есть, ощущали, когда ездили на своем автомобиле. Да вот только что буквально сюда, к ресторану заворачивая, я ощутил пару раз, ощутил, да. Я заметил эту дыру здесь, я ее объехал. В настоящее время, значит, ремонт дорог в Таллине начнется в конце апреля только, так как зимний асфальт слишком дорогой, железной логикой, сделаем побольше летнего асфальта, чтобы зимой. Мой к чертовой матери опять порушился. Асфальт, оказывается, у нас сезонный продукт. Да. Ремонт дорог в настоящее время... Если зимний асфальт дорогой, да... Можно демисезонный сделать асфальт, например. Не, ну надо дождаться, когда будут скидки там сезонные. Ну, надо тоже можно. Ремонт дорог в настоящее время в три раза дороже, чем летний, между прочим. В три раза дороже. По причине чего крупный ремонт дорог Таллина, скорее всего, начнется во второй половине апреля. Основную массу ям на главных магистралях, когда уже машин
машин-то не останется, потому что они все разобьются, к черту матери. Планируют отремонтировать 15 мая. Заместитель руководителя Таллинского коммунального департамента Армасуль сказал Дельфи, что в прошлом году на ремонт дорог было выдано столько же, сколько и в этом. 3,76 миллиона евро. Однако в прошлом году еще был выделен 1 000 000 евро из дополнительного бюджета. Надеемся, тоже случится и в этом году. Теперь внимание. 4,76 миллиона евро выделяется на ремонт дорог. Общественный транспорт сделать бесплатно стоит более 14 миллионов, да? То есть разница в 10 миллионов. Вопрос, сколько на вот эту разницу в 10 миллионов можно в год больше делать дорог? Я просто на уроке математики почувствовал, такими учительскими нотками заговорил. Это дано. Лишние 10 миллионов евро можно было бы пустить на дороги и приличное состояние их привести. Мне вообще на самом деле очень нравится позиция, кстати, некоторых людей, которые голосуют за бесплатный общественный транспорт и говорят, что, а что вы нам про дороги рассказывали, что они все разбиты? Это вот пусть автомобилисты парятся по этому поводу. А автобусы у нас по воздуху, значит, плывут. Они по этим дорогам не ездят. Не, ну автобус, машина большая. Он когда в яму попадает, это не так чувствуешь, как маленькая. Зато ремонт стоит дороже, чем машина, когда она наконец-то же надо ремонтировать. А какая разница? Все равно бесплатно. Конечно, бесплатно. Ну, вот так вот, в общем-то, теме транспорта мы уделили много внимания. И первая часть пролетела... Я бы сказал, незаметно. Да я ничего. Надеемся, я перерыв делаю. Будем надеяться, что она незаметно пролетела не только для нас, но и для телезрителей. После этого, после перерыва, снова продолжим. Не переключайтесь. Таблетки, диеты, голодание и физические нагрузки – традиционные методы не помогают? Методика центра доктора Барменталь помогает снизить вес, учитывая как социальные, так и биологические и психологические причины набора веса. Здесь сбываются мечты, изменяются судьбы. Более 300 тысяч человек в 140 филиалах центра уже изменили свою жизнь. Теперь они живут в гармонии с собой и своим телом. Я стремилась в жизни то найти, чтобы с чего-то надо заново родиться и жить. Вот. И я нашла это. Я жива, я живу. И вот такое ощущение я каждому желаю человеку ощутить. Мы не меняем природу, мы с ней заодно. Ваша стройность – наша профессия. Информационно-ироническую передачу «Точка просчета» из ресторана «Одесса» на «Нормамата 36». Сегодня Вадим Белобровцев, Дмитрий Виноградов, Андрей Титов. И только что Андрей Титов нам жаловался, что в первой части программы он не сумел рассказать ни одной новости, которую припас, поэтому сиди молчи дальше. Я думал, ты ему всю вторую часть отдашь. Их есть у нас. Но вот мы заикнулись о том, что... Давай такую, введем на случай, если у нас действительно много материала, который в передачу не входит, введем такую пятиминутку новости одной строкой. Ну да, кстати, вариант. Мы обещали, что... Я засеку тогда время, когда 5 минут до конца останется. Хорошо, что Юку Калерайт будет засвечен в нашей программе, и он таки засвечен. Юку Калерайт считает большинство депутатов Риги Когу баранами. Да, причем вот, так вот и сказал, да. Юку Калерайт. Да, причем, и... в принципе, он и сам тут похож, в общем-то. Вспоминаю, как он выглядит. Скандальный депутат Риги Когу Юку Калерайт, выступая в эфире радиостанции КУКУ, довольно жестко охарактеризовал своих коллег по парламенту. Райт сказал, что не все депутаты бараны. То есть вот так. Красиво. Я-то не баран, сказал. Красиво зашел. А по меньшей мере треть народных избранников вполне нормальные люди считают депутаты-центристы. Это видишь, это как у людей есть стакан полуполный и полупустой. Да? Вот, нет, чтобы сказать, что две трети
представитель парламента барана, Юхаля Жай сказал, он отряд не барана. Ты ключевую фразу прослушал, потому что Виноградов ее сейчас произнес. И как именно был назван депутат Юхаля Жай на портале Дельфи. То есть считает депутат центрист. А, он еще и центрист. Да. Юхаля Жай вообще-то входит в партию Союза Отечественной Республики, если кто не в курсе. А, да, действительно, считает депутат центрист. Дельфи его быстренько перевело. Но портал Дельфи придерживается иного мнения на этот счет. А может быть, им известно что-то из того, что... Более того, стал настаивать на этом, когда ведущий Айн Руссер сказал, что так не считает, по его мнению, нормальных депутатов. Все же больше трети, так дипломатично пытался Руссер. В этот момент что-то вот такое, типа, вырвалось. Райт, наверное, немедленно возразил, что его... Он же не козел. Это вопрос. Так вот, Райт немедленно возразил, что его опыт показывает, что это не так, что все-таки только треть нормальных. Да, если бы кто-нибудь из носителей английского языка согласился бы с мнением Юхаля Райда, то заголовок с его цитатой можно было бы назвать так: «Right is right». Да. Он был бы, да, рейд, наверное. Ну, давай дальше. Давай дальше. Я предлагаю напомнить также об достаточно интересном просчете, который на отчетной неделе допустил глава департамента шоссейных дорог. Я помню только фамилию. Цякко. Тамур Цякко. Ну, в общем-то, имя и фамилия такие. Такой прям вообще Тамурлан. На самом деле он был Тимур, да, но решил переименоваться. Стал Тамур. И не Цяк, а Чак, да. Тимур Чак. Тимур Чака. Ну, рассказывай. А что я-то сразу? Так вот, в феврале и марте было израсходовано 19 тысяч евро денег налогоплательщиков на служебные поездки руководителей департамента шоссейных дорог на горнолыжные курорты Швеции и Швейцарии. Вот, видимо, как раз здесь подбиваются эти деньги сейчас. Министерство... И карта рядом висит, то есть гвоздики такие... прилепляет. Швейцария, да? И Швеция. Туда поедем. Они, чтобы, кстати, не перепутать нечаянно Швецию со Швейцарией, решили туда и туда съездить сразу же одновременно. На самом деле они как раз таки перепутали, поэтому случайно билеты купили и туда, но пришлось ехать. Ну да. Министерство экономики возбудило служебное расследование в отношении генерального директора департамента шоссейных дорог Тамура Цяка, которого мы как раз видели на картинке, и нескольких чиновников ведомства с целью выяснить обстоятельства, при которых они ездили в командировки. Газета «Постимец», к примеру, пишет, что значительную часть обеих поездок начальство департамента провело на горных склонах. Сначала несколько дней на шведском горном курорте Оре, а позднее недалеко от Женевы в французских Альпах. За это время чиновникам были заплачены командировочные 32 евро в день. Командировочные-то небольшие, но вообще случай примечательный. Он выплыл наружу, и сейчас там Тяка подал в отставку. Правда, будет исполнять еще обязанности гендиректора департамента шоссейных дорог, пока его отставку не утвердит министр экономики и коммуникации Юхан Парц. А Парц уже сказал, что пока разбирательство не закончится, он решение поспешно принимать. Причем сам вот этот чиновник сказал... То есть имя ты не рискуешь выговорить. Тяка, да. Заявил... У меня вот по этому поводу такая вот родилась фраза. На Тякого мудреца довольно простоты. Хорошо, ты еще потренируйся немножко над фразами. Он сам сказал, ладно, я подаю в отставку. Я подаю, то есть. Но решение пусть принимает. Ну, правильно. Да, не, ну то есть, знаешь, это такая какая-то хитрая. Я же не могу все это хозяйство вот так вот ни на кого бросить. Действительно. Я бы и рад, да, но не могу. А на самом деле, мне еще позабавилось, что когда начиналась вся вот эта вот раскрутка всего этого скандала, журналисты газеты «Репак» позвонили ему, и потом он заявил, что он был очень удивлен интересом журналистов к вот этой своей поездке, не понимаю, так что они там нашли, да, и в итоге теперь это доходит до того, что он сам подает в отставку, да, то есть, ну, видимо, все-таки удивление было таким, быстро проходящим. Министерство обороны само подсказывает молодым людям, как косить от армии. Но само в своих же новостях подсказывает, от службы армии возможно уклониться, не обозначив свой адрес в регистре народонаселения. Говорится в сообщении Министерства обороны. В Эстонии 1404 молодых человека, которых государство никак не может призвать в армию, так как их адресов нет в регистре народонаселения. И по этой причине им просто не могут прислать повестку. Причем есть такой вариант, что отмечено просто какое-то самоуправление, где они проживают, туда приезжают. Ну а есть в этой волости там Юхан такой-то? Ну нету, а где он? Да, черт его знает. А, ну ладно. И повестку отправляют обратно. Юхана вычеркиваем. Да, Юхана вычеркиваем. Волость Харку, давайте отправимся дальше. Там на 75 лет засекретили данные об отпускных и премиях чиновников. Mm-hmm. Это же, конечно, секрет страшный. Та информация, которая, в общем-то, является публичной и должна быть доступна каждому, вообще-то
большому счету зарплату чиновников мы должны узнавать при желании, просто зайдя на сайт той или иной волости, там, того или иного самоуправления и посмотрев графу зарплаты. Что по этому поводу думает канцлер права? Пока еще канцлер права этим делом не занялся, но вот волосной старейшина Харку Као Порядце подписал постановление о том, что вот на 75 лет это засекретит. Вот такая вот страшная тайна мальчиша. Да. Что у нас еще есть? В кафе МОН в Таллине ищет специалиста странной профессии. Мне понравился заголовок сам на Дельфи. Сразу различные фантазии, да, и мысли вообще приходят в голову. Расположенное в Таллине кафе МОН ищет специалиста интересной профессии. В старые времена таких людей называли, например, травниками. Это не те, кто курит траву, внимание. МОН на своей странице в Фейсбуке разместил соответствующее объявление. Кафе ищет собирателя, в том числе и трав растений. Хорошо бы, если бы человек знал что-то о растениях и смог бы нам что-то посоветовать, говорится в тексте объявления. В принципе, я что-то знаю о растениях, и я что-то могу им посоветовать. А то, знаешь, что собирать можно? Good shit. Можно использовать. Ладно, раз good shit, тогда уже пошли несерьезные новости. То есть в каждой передаче у нас будет такая фраза. Да, чтобы дать друг другу понять, что переходим на несерьезные новости. Послать сигнал. Да. Боливийский судья Гуальберто Куси признался, что перед вынесением судебных решений он гадает на листьях коки. Причем во всех смыслах. Да? Нет, причем заголовок, я прочитал сейчас первую фразу, а заголовок лучше был. Заголовок: судья, двоеточие, кокаиновый куст помогает общаться с природой. Какой ужас. Ну, кокаиновый куст, как объяснил судья, помогает ему общаться с растениями, горами и реками. Ну, в общем-то... Все понятно. Не только ему, в общем-то, я так думаю. Да. Вот такие у нас новости. В Нидерландах бывший священник и действующий эксперт по вопросам секса открыл магазин интимных товаров, ориентированный на религиозных покупателей. По мнению владельца магазина, бывшего пастора, секс-шоп призван помочь христианам побороть чувство вины и стыда, а также осознать, что верующие не должны стесняться открыто обсуждать тему секса. На сайте под названием «Сад любви» посетители смогут не только заказать интимные товары в специальных целомудренно оформленных упаковках и окропленных святой водой, да, но и ознакомиться с обучающими и познавательными материалами. Замечательно. Там для примера нет списка продукции. Но было изображение, я уж не стал его сюда брать с собой на эту запись, поскольку подозреваю, что оно было как это иллюстративное фото, да, но там все по полной программе. Боюсь даже начинать фантазировать на эту тему, чтобы не сорваться. Давай дальше. Не надо. Ученые, инопланетяне не вступают с нами в контакт, так как считают идиотами. В общем-то, это очень логично. Новость Интерфакса. Как сообщил старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов, отношение землян к своей планете может не нравиться инопланетянам, поэтому они не вступают с нами в контакт. Нам ждут, пока мы эту планету полностью уничтожим. Инопланетяне на нас смотрят как на идиотов, как на недоразвитых. Может быть, они нас огородили своеобразным экраном на всю галактику и ко всем сотням миллиардов звезд отправляют предупреждение, что цивилизация рядом с карликовой звездой, которую мы называем Солнцем, опасна. Ну, на самом деле, в этом есть определенная логика, потому что, например, муравьи ведь тоже разумные существа, да? Вот так, у них там свои сообщества, города строят. Там, и сами они не идут на общение. Мы же не идем с ними на контакт. Действительно, хотя они хотели бы. Зачем? И они с нами тоже не идут. Туда лучше не приближаться, потому что знания, которые вы подарите землянам, могут быть ими использованы для создания очередной супербомбы или суператравы для собственного населения, предположил Смирнов. А я предположу, что он, наверное, вместе с тем судьей, так сказать, просто разговаривал. Гадал на листе коки перед этим делом. У меня есть такая забавная новость. Пожарный сломал ногу во время спасения золотой. У меня тоже есть такая новость. И у меня была, но я ее не взял. Я знал, что кто-то из вас возьмет. Британский пожарный получил перелом лодыжки, спасая золотую рыбку из горящего дома. Ну, на самом деле все довольно прозаично. Когда он уже выходил из помещения, он споткнулся, упал. Очнулся гипс. И тут, что главное в этой новости, да, он упал, сломал ногу. Его товарищи по бригаде бросились к нему и сумели предотвратить падение рыбки на пол. Так в кино, знаете, он долго прыгал, да. Там как-то падает этот аквариум, там один наконец хватает. То есть они так людей не спасают, как рыбку, я так понимаю. Ну а впереди у нас 1 апреля, день, когда различные розыгрыши
будут иметь место. Да, в частности, очередной розыгрыш беспроцентной лотереи, билетов на что-нибудь. Портал Дельфи озаботился тем, как разыграть жену 1 апреля. И сейчас мы всем женам расскажем, что для вас есть жена. Портал Дельфи есть жена. Ну, там несколько было, я, значит, парочку взял. Если жена ревнива, но не слишком, воспользуйтесь этим. Придите домой пораньше и подготовьтесь. Разбросайте по коридору от входной двери до спальни мужские и женские предметы вперемешку. Гардероб имеется в виду. Чтобы могло сложиться мнение о раздевании любовников в порыве страсти. Ну, понимаешь, тут два варианта. Или она сразу узнает свое белье, которое ты разбросал. А если это будет чужое, то тут все хана. Тут не важно, что ничего не было. Убирай так с 1 апреля, дорогая. Только... И вот как раз продолжение твоей темы. Только женские вещи попросите у кого-нибудь. Например, у сестры или подруги жены. То есть я подозреваю, что... У сестры-то ладно, но у подруги жены... У бывшей подруги, у жены после этого, я так подозреваю. Ты представляешь, ты звонишь подруге своей жены, говоришь, а не могла бы ты мне одолжить свой лифчик? Трусики, да, еще что-нибудь. Я хочу жену разыграть. Ну, в общем, это первый розыгрыш такой возможен. Ну, а второй... Отличный розыгрыш. Да, а второй вот такой. Можно позвонить на телефон жены и сказать, да, Машенька, лапочка, ты уже соскучилась? И дальше пишут, что весь фокус в том, что жену зовут не Машенька, а там Танечка. Вот, она скажет, какая Машенька. Я хочу Машенька? Посмотреть на этого человека, который потом будет объяснять своей жене, что это розыгрыш с 1 апреля, да. Он нереально облажался. И говорить, я это прочитал на портале. На Дельфи, да, это они предложили. Какие-то злые розыгрыши на самом деле. Да, можно даже в качестве индульгенции предъявить эту публикацию, но за последствия никто бы не ручался. Ну что, так, время медленно, но верно подходит к концу. Давайте какую-нибудь хорошую новость. У меня есть, если что. Давай. Отлично зашел. Давай. Не, потому что у вас тоже есть хорошая. Американская газета Washington Post рекламирует Таллин. Да, американская газета рекламирует Таллин, описывая его как один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов Европы. Посетивший эстонскую столицу журналист пишет, что в Таллине можно прикоснуться к истории, почувствовать ее, бродить по улицам, сидеть на площади, молиться в церкви, покупать предметы рукоделия и слушать музыку. И в статье кратко упоминается 800-летняя история города. Ну так. Города 800 лет. Да, города 800 лет. А также поющая революция и становление независимости. 850 уже. Больше, да. А упоминаются последние 800. Или нет, 1124, если я не ошибаюсь. Тут главная последняя фраза, проливающая бальзам на душу нашему премьер-министру. Статья сообщает американскому читателю, что сегодня Эстония не просто свободная, но и, внимание, зажиточная маленькая страна, в которой показатели образования и экономического роста являются одними из самых высоких в Европе. А вполне вероятно, совсем тут скоро просто транспорт будет бесплатным. Ура, товарищи! Ура! То есть американский читатель должен, так сказать, понять, что вот где зажиточная свободная страна, это не то, что наша Америка. Представляешь, сидит какой-нибудь американский фермер со своей женой, ну, с таким скромным годовым доходом в 60 тысяч долларов, да, и говорит, ну что, Мэри, видишь, как жили в дерьме, так в дерьме и помрем, а вот люди где-то живут. Не подозревая, что 60 тысяч долларов в год – это очень приличный доход. И это очень сомнительно, что какой-то фермер получает 60 тысяч долларов скорее в год, скорее больше. Наоборот. Больше. Да. Все на сегодня, собственно. Мы были в ресторане Одесса, это ресторан украинской кухни на Нарвманта 36 в Таллине. Ну, прямо напротив здания Таллинского университета. Такой вот ориентир вам дадим. Вадим Белобровцев, Дмитрий Виноградов и Андрей Титов для вас провели эту передачу. До свидания. Встретимся через неделю. Пока. Точка. Просчета.